И это игра между командами Mount Boys Динамо ВТБ. Это дивизион 2014. Номер один в воротах. Джаудбеков Шахид 8, 16 Касумов Амир, 11 Гусейнов Гусейн. Дядя Рустама с рождением племянницы. Вот прямо сейчас, во время нашего прямого эфира, он стал в очередной раз дядей. Желаем здоровья ребенку. Пускай растет на радость родителям. Умной, здоровой и красивой. Вместе с моими поздравлениями под шум барабана Mount Boys выходит вперед в этом матче уровня. Ну, как и ожидалось, к вечеру болельщиков на стадионе стало чуть больше. Опасный момент, теряет мяч голкипер. Удар по воротам с дальней дистанции. Гол забивает Динамо. Отличный пас. Снова вводят. Но удар! 2-1! Шаншаев Мухаммад. Яхьяев. Снова Гасанов. Выход 2 в 1. Ой-яй-яй. Чуть-чуть. На неком кураже пребывает сейчас Шаншаев Мухаммад. У него очень многое получается. Удар по воротам. Гасанов ходит в штрафную, борется с несколькими соперниками. В итоге мяч отскакивает. Матива Абдуле, и тот поражает цели и идет благодарить за доверие к тренерскому штабу. Счет становится у нас 2-2. Гусейнов. Проникающий пас на Матива. Можно было и получше сыграть Абдуле в этом эпизоде, но получилось так, как получилось. Гасанов! С левой ноги в дальний угол. Mount Boys за 2 минуты. Пятый номер Динамо. Это Салман Мухаммад был. Прострел. Успеет ли переместиться вратарь? Вратарь, ты успел. Да вот динамовец не попал в угол. Снова Гасанов. Удар по воротам. И мяч в сетке. Мяч в сетке. Немножко в волейбол решили поиграть. Штрафный. Гасанов. Абухаликов. Есть момент для удара. И поражает цель. Рабаданов. Абдурахман, забивая второй гол. Второй гол для себя сегодня в этом матче против Динамо. Есть момент для удара и поражает цель. 5-2. Это уже победа. На поле появляется под 11 номером у динамовцев Джумангулов Арслан. А Mount Boys снова идет в атаку. Передача в касание. Игра в стеночку. Удар по воротам рядом со штангой. И на этом звучит финальный свисток со счетом 5-2. Победу одерживает Mount Boys в матче против Динамо ВТБ.